Всем привет, ребята. Сегодня Алиса хочет показать нам свою комнату, как она самоизолировалась в своей комнате. Коронавирус. Алиса меня не пускала, попросила, чтобы я 2 дня туда не заходила. Она такая умничка, сама ложилась спать. Да, включала себе музыку колыбельную и засыпала. Вот сегодня она разрешила маме зайти. Боже мой! Алиса! Это что здесь такое? Это такой сюрприз? Я думала, ты здесь навела порядок и сделала сюрприз маме. Что же это такое? Боже мой! Боже мой! А ты что-нибудь здесь можешь найти? Как ты здесь играешь? Да. Могу. А с медведем-то что случилось? Боже мой, Алиса. Я, конечно, тебе разрешила, чтобы ты играла здесь как хочешь. Но что случилось с медведем? У него пустые лапы. Ты что, его выпотрошила, что ли, всего? Кошмар. Теперь он у нас стал очень больной-больной. И худой. И худой. Он похудел. Что у него, коронавирус? Это что, вот это все валяется? Это мишки. И горшочек здесь. Господи, хорошо, что хоть горшок-то чистый. Это что? Это что ты делала с внутренностями? Вытаскивала. А для чего? Нужно было как снег. Это снег у тебя здесь? Да. Так как ты здесь ходишь-то? У тебя места нету, где пройтись. Я здесь как-то и палатку хожу. Разложила. А почему платье тут лежит? Ты здесь платье одевала? Да. Господи. Нет ни одного места, чтобы был виден какой-нибудь порядок. Что? Господи, и там тоже ты все высыпала, все куклы Лол. Все, господи. И как же ты играешь, Алиса? А вот так это? По-специальному? И что, тебе очень весело? А ты можешь найти какую-нибудь игрушку, если я попрошу найти что-нибудь? Ну, допустим, мимимишка, кто-нибудь, тучка. Здесь же невозможно. Ты его смогла найти. Ты можешь все игрушки найти в таком бардаке? Да. И что, тебе нравится, да? Я стесняюсь спросить, а кто это будет убирать? Спросить мы. Мы? Все! Все? А раскидывала-то кто? Я. Все-таки я думаю, раз ты так здесь самоизолировалась, ты должна сама и прибираться. Нет? Я не умею сама прибираться. Как это не умеешь? Сама. Ну, ты же прибираешь игрушки. Ты же знаешь, где у них место. А зато я один раз понял, как хорошо слышала. Так, давай, знаешь, тогда такое предложение. Раз ты выпотрошила все коробочки, все мешки, в которых у тебя лежали игрушки, полочки. У тебя даже киндеров, коробочки с киндерами нет. Они где-то здесь тоже на полу, да, у тебя? Я так думаю. Может быть, мы тогда переберем игрушки, которую можно выбросить, может быть, кому-то подарить. Давай подарим. Может быть, отнести в детский сад какие-нибудь можно игрушки. Господи, и здесь ты и подушки выпотрошила, и все одеяла достала. Остались в порядке только твои поделки, да? Угу. Вот. Да.
А это дельфинчик со своей переноской. Это то, что у тебя есть дельфинчик с переноской. Да, очень похоже. Да, только до стены ты не дошла. Только стенка твоя осталась красивая. С рисунками. И то, я думаю, если бы ты пошла самоизолироваться на третий день, наверное, и стены бы не осталось. Ага. С трещиной, с котенком. Ну что, будем наводить порядок? Ну что, Алиса у нас наконец-то решилась прибраться на сегодня. И переоделась несколько раз, и прически меняла, и даже сделала вот такую поделку из пластилина. Он подсох, нет? Подсох. Пластилин, да, почти что высох. Такую гусеничку красивую сделала. Но она сегодня готова делать все, что хочет, кроме уборки. Но вдруг она вспомнила про своего какого-то зайчика полосатенького. Да, почти как вот этот. Как вот этот, да. Там только голова и ушки, да? Да. И вот, поскольку он ей очень срочно стал нужен, Алиса решила начать уборку, да? Да. Найти его здесь просто невозможно. Вот в таком бардаке. С чего начать, я даже сама не знаю. Но мы принесли пакеты пустые. Будем в пакеты начинать что-то складывать, а потом, наверное, перебирать. Алиса начнет собирать какие-нибудь игрушки. А я начну, наверное, с вещей. Потому что здесь и платья, и футболки. И даже колготки. И даже колготки. И майки. И майки, все, что можно, разбросала. Вот мама разрешила свободу действий. Да. И во что превратилась за пару дней Алисина комната. Да. Так, начнем, наверное, мы с того, что нужно освободить палатку. Да. И эту палатку мы пока что отсюда вынесем. Да. А игрушки? Ну, игрушки ты оттуда уберешь. А шарики там ставишь? Шарики нет. Тоже нет. Здесь шарики для такого бассейна сухого она набросала. Но шарики уже по всему полу, я смотрю, валяются. Угу. Вот. Сейчас освободим. Но шарики можно оставить, но мы вынесем просто палатку из этой я комнаты. Я даже некоторые кнопки подарила. Кнопки подарила? Но она куда-то их заныкала и непонятно куда. Но Кнопа не может играть, у нее слишком маленькая мордочка. Тут даже Кнопы не видно среди игрушек. Где у нас Кнопа ходит? Вот он. Да, Кнопа? Кнопа, скажи, тихий ужас, здесь просто ужас. С чего начать? Да, Кнопа? Кнопа пришла нам помогать наводить порядок. Угу. Так. Она у нас ну что, начали? Начали. Он лежит. Алиса, ты куда спряталась? Ты вообще здесь, в своей комнате, нет? Да. А вон ты где. И что мы тут делаем? Ты уже забыла, что ты пришла сюда убираться? Да. Сидишь в своих шариках. Да. А ты в курсе, что у тебя палатка вверх ногами стоит? Да. Ой, там еще у нее фонарик. И что? Он горит. Горит? А, все, села, наверное, батарейка. Потому что ты его не выключаешь вовремя. Так, а здесь... А, что ты продырявила его? А зачем? Чтобы мне было так видно, но не белую решетку эту.
Алиса, ну так же нельзя дырявить палатку. Ой, ты такая озорница. Давай все, вылазь, нужно прибираться. Да, да. Давай, о. Продолжаем? Да. Ну что, Алиса, последние? Последние штрихи? Ой, развалилась. И будем пристраивать Будда в вашей комнате. Нет, ты не угадала. Стеша, ты что сегодня, скучаешь целый день? Кнопа. Кнопа-лизуница, как всегда. А Стеша, как всегда... ревнует. Да. Собаки довольны. Появилась еще лишняя комната, да, где можно поиграть им, да, Алиса? Свобода. Свобода. Сейчас мы мягкие игрушки развесим на твою вот эту решетку, да? Вот сюда. И посмотрим оставшиеся, куда пристроить. Ну все, давай. С кого начнешь? О, все. Вы что? Начни со своего маленького Басика. Ну давай, Басика. Ты хочешь его повесить там, да, на решетке тоже? А с кем ты будешь спать сегодня? Не хотите. Ну что, все? Еще последний рывочек. Собаки даже устали. Хотят уйти из этой комнаты. Лежат и смотрят на дверь. Да, Алиса? Да. На улице уже потемнело совсем. Да. Вот Алиса так разложила, развесила свою решеточку. Чем она удобна, что когда пылесосишь, можно поднять и отнести, да? Покажи-ка, Алиса, как это делается. Сможешь ты поднять? О, легкотня! Давай. Я хочу поднять. Ну, давай. Я умею вообще все поднять. Вот, даже Алиса может поднять и перенести, да? Да. Куда угодно, все игрушки остаются, их не надо перекладывать. Давай, вешай. Вешай, говорю, ставь на место. Все, поставила. Так, ты слишком близко поставила. От стены. Мне место поставила. Ну, пусть тут стоит, какая разница нам. Вот так. Интересно смотрится. У нас, к сожалению, закончились резиночки, да, у нас остались места. Да, места, куда можно было пристроить, но у нас закончилась резинка. Мишку собрали. Мишка, да. Теперь Мишка у нас потолстел. Да, да, обратно запутался. Угу. Стеша куда лезет? В мою кровать. Угу. Ну что, все? Да! Будем считать, что убрались. Алиса приготовила убрать на чердак. Только три игрушки. Но я не вижу смысла. Ну, Фёрбика я и не считаю этого мелкого. Я же сказала, три игрушки. Вот эти три игрушки она выбрала. Не считая Кнопы. Да, Кнопа? Да. Ну, ладно. А кто мой тапок схватил? Всё. Пока-пока. Всем спасибо.